Какой год, такие и герои. Весь мир столкнулся в 2020-м с тяжелыми испытаниями. Проявить сплоченность пришлось и в Череповце. Вместе боролись с распространением коронавируса и органы власти, и бизнес, и общественники. Каждый внес свою лепту. Я разговаривал с многими другими муниципальными руководителями других городов, не только Луганской области. Нигде не было так, как у нас. У нас реально работала команда. Не было никаких взаимодействий, какого-то противодействия. Там разговоры «это мое, твое» и так далее. Просто все приходили, в глазах было написано одно – ставьте задачу. И потом у нас все получилось. Мы выдержали первую волну, Череповец. Вот и дай бог, чтобы удержать вторую. Заслуженную награду конкурса «Человек года» в номинации «Социальный проект» вручили медикам, чиновникам, санитарным врачам, руководству МВД, Северстали, ФосАгро. В награждении участников конкурса принял участие председатель ЗСО Андрей Луценко. Мы видим новостные ленты, в которых каждый день что-нибудь, но говорится о коронавирусе. Мы видим, как они работают, мы видим, как им тяжело. Конечно, мы все стараемся помогать им в этой сложной работе, но тем не менее врач, медик остается один на один с пациентом, один на один в красной зоне и делает все для того, чтобы наши граждане, череповчане, волокжане, в целом земляки, как можно быстрее выздоровели. Свой вклад в работу медицины города внес и новоиспеченный кавалер почетного знака за особые заслуги перед городом Череповцом Юрий Макаров. Как меценат он помогает социальным учреждениям, а как директор Череповецдорстроя возводит и ремонтирует городские дороги. Юрий Александрович, 45 лет, отдал профессиональной деятельности. И сегодня его называют строителем в нашем городе. Но очень скромно он выполняет и традиции Ивана Андреевича Милютина. Он является меценатом разных проектов. И сегодня мы уверенно можем сказать, что и система здравоохранения стала крепче благодаря ему усилиям. В свои 243 года у Череповца и его жителей еще много планов. Достичь поставленных целей будет легче вместе. Рафик Исаев, новости.